И вновь доброго времени суток, еще к новому Coins Paradox, и это игра «Призраки Хадзюка». Чисто кровавленная штука. 10. За окном виден сад. Математика суммы жизни. Зачем здесь такая странная книга? 3, 4, 1. Порванный гобелен. Старая пианино. Павший шкаф. Семь, два, три, четыре, один. Попробуем. 7, 2, 3, 4. Закрыт. Слушай, а только того, что мы все три ведра положили, нас перестанет давить в библиотеке. Точно. Нож. 5Б. Так, переводы русских поэтов Серебряного века. Здесь даже есть манга. Это раньше стояло в моей комнате. Шкаф с книгами. Чем дальше я иду, тем больше непониманий. А когда папа в последний раз пытался связаться с тетушкой Аяко? Неделю назад. И он писал, что не может покинуть дом, что он хочет его смерти. Погоди, дом? А ловушки, что он остановил? А ловушки, что он остановил? Насколько я поняла, ловушки от духов. Но дядя сам не понимал, что пытается его убить. А дом? Все ли здесь ловушки? А вопрос, почему все это случилось, остается открытым. Действительно. Давай закончим здесь поскорее. Петля жуткая. Навевает не лучшие мысли. Следов повешения нет. А значит, все не так уж и плохо. Лучше смотри, что там написано, и не собирайся эту штуку отодвигать. Я думал, обряд над ними поможет, но все стало лишь хуже. О каком обряде шла речь? Я действительно, о каком обряде шла речь? Ладно. Так что мы имеем. Какое-то время экспериментов с циферками получилось вот это. Здесь есть свет. Вау, свет. Закрыто. Подошел бы маленький ключ. Использовать ключ. Пугать. Нужно вернуть свет обратно. Ладненько, пошли. Ключ, ключ, ключ. Тут открытка. Я люблю тебя, твои верные Кицуми. Здесь что-то... А, что за камни в ящике? Они похожи на камни с ожерелья тетушки. Какое ожерелье? Ой, она просила не говорить. Не думаю, что сейчас это имеет значение. Когда мы здесь гостили, мама с папой уехали в город за автозапчастями вместе с дядей. То тетушки долго не было, когда она вернулась, в коридоре было ожерелье. Я нашла его и отнесла в зал, подумав, что отдам позже. Тетя пришла ко мне, подумала сперва, что я взяла его из сумки. Но украшение просто выпало. Странно, почему тогда от него остались одни лишь камни? Могло сломаться. Или его не должны были видеть. Мы каждый год получали почти одинаковые открытки, уверена, дядя тоже. Здесь, к тому же, несколько таких. Что это было? Я не знаю, Хадзи, ты как? Все опять изменилось, Тара, все опять изменилось. Да, но здесь никого нет, кроме нас с тобой, по крайней мере, сейчас. Откуда были эти крики? Хадзи, пойдем. Тара, ты вспомнил что-то? Ответь! Нет, пойдем. Издануться не жить. Сегодня дата их смерти, дата их похорон. Я слышал шорохи внизу, голоса, как раньше. Ой, ужас, это пахнет чем-то затхло.
Я нашел книгу древних проклятий. Это не шутка. Дата смерти, дата похорон. 10.19. 10.29. Во. Шорохи внизу. Внизу, да? Внизу, так внизу, чё? Очередное разбитое зеркало. Дата их смерти, дата их похорон. Дверь закрыта. Дата смерти, дата похорон, дата смерти, дата похорон. Смотри, тут подумала, тут есть, несмотря на все цифры и слова, события вокруг, и никто не забудут две даты. То есть дата их жизни, дата смерти и дата похорон. Сумма жизни, то есть... 10, 29, 30, 9. Так. Эй, бяка пропала. Так, у нас есть 51. У нас есть 341 и 72. Ага. Теперь я понял, почему все застыло во времени. Я не понимал, что делаю, когда я доставал их оттуда. А теперь мне мстят за все. Прекрасно. Еще одна гора костей. Братик, не молчи, прошу. Помнишь, я говорил, что умер не в аварии? Помнишь, я говорил, что не могу уйти? Помнишь, мы слышали смех? Я смутно помню его в той тьме, что была за эти годы. Но помимо этого были крики очень много. Они навряд ли, это я точно осознаю. Но противостоять им я не мог. Что ты хочешь сказать? Кто-то наложил на дом проклятие и связал его с умершими. Мы ведь даже книгу нашли. Звездоносцы не жить. Кресло. Помнишь их? Мы играли в лагере и писали друг другу письма. Да, у нас была своя база. Один ключ с растительным узором. Пирация, колодец. Доски. Наша самодельная кровать. Ладненько, колодец спускаться вниз. Ой, не люблю я эти звуки. Пошли вниз. Ключ с растительным узором подходит к двери с растительным узором. Которая, мать ее, как назло, внизу. В самом первом этаже, откуда мы давным-давно ушли. Братика, кого хрен ты меня подкараулил в тот раз? Я не могу покинуть особняк, так что удачи, Хадзи. Вернись живой. Вау! Сломались. Привет. Жарко сегодня, не думала сходить на кухню за мороженым? Есть что-то не так, дядюшка Зола, мама перешептывалась с тетей. Я не знаю, что там, но давай не будем волноваться в подробности, вдаваться в подробности их дел. Тогда покачайся со мной, я не хочу мороженое. Папа же их не смазал, только представь, как они заскрипят. Это будет поводом смазать, садись, двигайся давай. Какая-то грозная. Таро! Вредина! Эх, счастливое прошлое. Старый бочонок. Это что? Это же... могила братика и тетушки Кацуми. Зачем понадобилось их выкапывать? Неужели дедушка на это способен? Зачем? Выходит, все эти кости принадлежали тете Кацуми и Таро. Ух ты, звездоносцы, нежить, у них свое кладбище в доме.
Веточка. Веточка, веточка, яма. Ограда. Пруд. Прекрасно, восхитительно просто. Так, ладно, колодец. Эгей! Ощущение, что он бездонный. А если спуститься прямо в колодец? Я же вернусь по веревке, так ведь? Спуститься? Ну, давай. В детстве мы же находили спуск, сейчас его будто закопали и попытались найти. Колодец — единственный выход. Находили спуск. Куда? Больновато падать, веревки не хватило. А? Что это за место? У нас имеется 5 минут. О. Что это? Если тело на части, то душа жертву найди успокоится. То есть дело в том, что тела расчленены? Получен череп. Подняться? Странное место. Ого! Такое было под домом и садом. Бра! Нет, лучше его не звать. В любом случае, идти на кухню. Там был первый череп. Братик. Дядь? Хадди, почему? Как? Я попала в подвал, и подземный лабиринт удалось... И в подземный лабиринт. Удалось выбраться с трудом. Вышла уже через подвал, который был под холлом. Это все так странно, ладно. Зачем тебе это? Мне кажется, проблема в телах. Проклятие действует потому, что души не упокоены. Ведь тела поделены на части. Хм, ты думаешь... Не знаю, дяди нигде нет. И он не был в порядке, судя по всему. Даже если он что-то сделал, не навредил же он вам. Ах, трагедия могла лишь его сильно подкосить. Ну ладно, пошли искать еще кости. Так, побродила еще, получена леска. Нет на это времени. Так. Закрыто. Кажется, здесь надо что-то ставить. Плоское и круглое. У меня нет на это времени. Действительно. Получена задвижка. Получена палка. Поразительно. Получен крючок. Мне нет на это времени. Да ладно тебе. О, смотри. Сделать удочку, да? Получен пластиковый шарик. О, поздравляю. У нас есть пластиковый шарик. Кажется, под слоем пыли лежат кости. Это то, что надо. Ха. Инициировался флешбэк? Тара, все в порядке? Не знаю, я вспомнил крик. Свой крик. Или звеножа. Неужели ты права? Капец. Вас принесли в жертву, да? Наверное, да. Он же твой сын! Он не может быть моим сыном! Мы столько лет жили вместе. Он считал меня не родным. Тара, ты мне родной, я в этом уверена. Самый близкий человек из всех. Спасибо. Ты мне тоже, Хадзи. Так, собрали позвоночник. Что на сей раз? Ненавижу тебя! Да как ты можешь? Убери нож, надо помочь, Тара! Я всю жизнь жила с монстром. Ты пьян, очнись! О, семейная трагедия. Ты что-то вспомнил? Я лежал полуживой, пока мать плакала и умоляла отца остановиться. Я так понимаю, папаша их перерезал, да? Ясненько. Четырехэтажный дом. Четырехэтажные постройки запрещены в России. Четырехэтажей строить нельзя.
А, ну да, это ж Япония, точно. Так, косточки взять. Варай, отец, как ты себя чувствуешь? Нормально? Оба-на, пока мы собирали кости, все закончилось. Я должна сложить их в могилы. А? Ты смогла. Тетушка Тара! Я вспомнил. Ты не рад? Мы словно очнулись, ты так выросла. Сколько лет после аварии, как мы думали. Какой аварии? Дядюшка нашел вашу машину, когда вы забирали Тару из города с учебы. Машина перевернулась на горной дороге, по крайней мере, мы все так думали. После годовщины ваших похорон здесь начались странности, и дядя попросил о помощи. Авария? Но ее не было. Отец набросился с ножом. Он убил нас. Да, Тара вспомнил. Но почему? Кажется, пора, Хадзи. Мы свободны благодаря тебе. Да и разве ты раньше не думала, что он проклят не просто так? Главное, что его здесь нет, и ты можешь уйти. Это конец? Да. Эй, Хадзи, ты сделала то, что никто не мог. Спасибо. Я только нашла вас. Снова теряю. Всему свое время. Прощай и не грусти долго, ладно? Я все равно был мертв, ничего бы не изменилось. Да, мы освободили их. Если ты здесь, то дай знак. Надеюсь, ты счастлив, что я спасла вас. Спасение. Название концовки. Ну что ж, продолжим с твоего места. Закрыто. Кажется, сюда надо что-то вставить в плоское и круглое. Нет на это времени. Вставить задвижку и шарик, да? А? Кто здесь? Дядя? Это дядя. Хочешь меня убить? Ха-ха-ха-ха. Ты хочешь моей смерти, все ее хотят. Нет. Умри ты. Ясненько. Подошли к нему без сережек, называется. Так, я начала перепроходить. И нашла кое-что. В смысле, я пыталась взять сережки. Ты не видел сережки и потерял их после уборки? Если видишь, положи их сюда, будь добра. Положить или оставить? Нет, если их положу, повторится предыдущая концовка с дядей. Теперь свои секреты хранит мама. Да. Продолжаем. Ладненько, следующая серия будет последней. Это была игра «Призраки Хадзёко». Если у вас есть совесть, если вам понравилось, то пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока!